Доброе утро. Азов, таможенный пост. Ростовская таможня, таможенный пост Азовский. Вот так мы тут. Там въезд. Сразу заехали и стали. Машин немножко стоит, конечно, здесь. Не переполнено все, но машинки есть. Азербайджанцев много. Документы уже сдал. Все наши помывочные дела. Привелся в порядок. Человека похож стал. Стоим вот так, мордой к забору. Вот. Мишину тарелку разбил. Видите? Упала и разбилась. Ругаться будет. В общем, ждем растаможки. Очень хочется верить, что нас сегодня растаможат. Растаможишь, завтра разгрузиться, завтра загрузиться. И в пятницу надо успеть. В пятницу нам надо быть в Рязани. Как это сделать, не знаю. Все зависит от того, что нам сегодня скажут. Логично подумать, что это железо, конечно, должны растаможиться. Но это такая вещь непредсказуемая. Чего гадать? Ждем, стоим. К вечеру будет известно. А, да, вспомнил, что хотел показать. Я вчера с Васильичем встречался. Не обращайте внимания, у меня тут рабочий бардак. Вот. Подписчикам, старым дальнобойщикам, которые еще на КамАЗе, на ЗИЛу 130-м. За какой мячик подогнал. Спасибо, Васильич, мелкой завезу. Будет она у меня девочка спортивная. Это, конечно, было лишнее. Ну, а там фрукты, яблочки, киви и отбивных. Я говорю, ну зачем вы это все? Я хочу вот тебе подарить. Спасибо большое. Так, наш кофеек, чаек, вернее, закипает. Пошли бутерброды резать. Вон мы, вид из-за забора. Под тенью южных тополей. Нет, тень не падает, на самом солнце стоит. Пойдем в магазин продукты. Батончика возьмем, мороженого пожуем. Жарко, жарко. Самое пекло. Час дня. Алексей Семенович Шейн. Первый российский генералиссимус. 1652-1700 год. Друзья, как вы поняли, мы с вами в Азове, в центре. Ну как в центре, я не знаю, центр не центр, но что-то тут такое. Нас не растаможили, вернее растаможили только, ну у нас же два груза, вот эти спирали здоровые растаможили, а эти редукторы, их нет, эти два палецика. Ну, вроде мамой клянутся, что завтра до 10 утра растаможат.
Погодка хорошая, не жарко уже к вечеру. Пойдем посмотрим, погуляем. Тут я смотрю, Азовская крепость какая-то есть. Пойдем сходим. 7 февраля 43 года город Азов был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Это, наверное, какой-то как центральный парк или центральная аллея какая-то. Вот мы прямо туда вот к Дону выходим. Здесь слияние притока Дона и Азовки. Дона Азовки и, ну, в Дон впадает. И вот на берегу была эта крепость построена. Вот я думаю, сейчас к ней потихонечку тут дошлепаем. Пойдем вот туда, к берегу Дона выйдем. Вроде какой-то мост я еще видел, гуглил. Реклама. В общем, пойдем с чувством, толком и расстановкой время проведем, чем лежать на спальнике. Пойдем походим. Ильич куда-то смотрит так внимательно. Светлое будущее там есть, видно? Пошли посмотрим. Что-то я там не наблюдаю будущего. Особенно светлого. Все очень мрачно пока везде. Музыка играет, люди отдыхают. Еще какой-то памятник кому-то. Фонтанчики. Центральная площадь. Дедишками. Все хорошо. Это памятник Лазареву Михаилу Петровичу. О, даже с подсветкой. И много чего написано, долго читать. Вот там он Дон, а вот там за Доном Ростов, с той стороны. Это Петровская площадь. Здесь вот все, видите, администрация города Азова, Дума, контрольно-счетная палата. Так что аккурат самый центр. А там у них какой-то ремонт идет, благоустройство. Не выйти. Надо как-то идти обходить. Как, не знаю. Пойдем туда. Все равно крепость там. Гранд отель. Ну, походу, он не работает. Нет, там кто-то сидит внутри. Значит, работает. А крепость, вон она, Азовская. В 1475 году, если я не ошибаюсь, была основана турками. Это был, тоже, если не ошибаюсь, северный порт турецкой Османской империи. Осип Петров, войсковой атаман войска Донского, возглавил оборону Азова, турецко-татарского войска в 1641 году. Да, в свое время повоевали тут тоже. Стоп, пойдем внутрь зайдем. Посмотрим. Касса начала осмотрят. Еще билеты надо покупать? Алексеевские ворота, станки Азовской крепости, валы, пороховой погреб, ворота крепостные и другие сооружения.
Ну, если надо билет покупать, значит купим. Делов-то. Да, наверное, надо. А может и нет. Сейчас посмотрим. Вот мы и наверху. На валу. 30 рублей билет стоит. Вон нам куда бинокль даже можно посмотреть. Это с вот таких вот пушечек отстреливались, да? От турков. Это основано турками. Ну тут в принципе-то особо ходить-то, наверное, негде. Так, остатки. Вот этот вал, наверное, и все. Ну и здесь внизу он парк какой-то. Но там он верфь. Потом пойдем туда сходим. К Дону выйдем. Бинокуляр. А что мы в него увидим? Надписи какие-то. Что мы в него увидим, я не знаю. Промзону увидим. Не, ну тогда, конечно, вот тут. Правильно, вал. С той стороны они защищались, отстреливались. Сторожевая будка, там на ней написано. Орудие 18 века. Давайте я посмотрю. Что, я ничего не вижу? А нет, вижу. О. Можно Ростов рассмотреть. Если в ту сторону поглядеть. Ростов вон он у нас. Вон там. Получается, вот Дон, вот там Азовка, вот тут вот происходит слияние. Вон эти даже судно идет по Дону. Ну так-то да, вал получается высокий. Попробуй его просто так преодолей. Не получится. Больше тут нам на валу делать нечего. Пойдем туда спустимся. Я вам скажу, время без 28. Темнеет тут как-то рано. Солнце уже спряталось. Смотрите, какой красавчик чешет. Сейчас название прочитаю. О, коллега, видите, как грамотно пристроился. Фарис Исмаилханов. Сухогруз. Эх, не успел я. А он там еще, туда пошел. Ну, это с войны памятник. Да. У нас в Беларуси такого судоходства нет. Тоже в диковинку. Груженый. Какие-то бочки вон стоят. То есть, а рыбаков-то сколько? Ой-ой-ой. Женщины тут все подряд. Молодцы. Отдыхает.
Волга-нефть, Астрахань. Ага. Берег Дона. Вот на берегу Дона я еще тоже не бывал. Да. Грязноватенько, конечно. В общем-то, в принципе, и все. Смотреть-то больше особо-то и нечего. Да и некуда идти. Сейчас все равно стемнеет. Пойдем в машину. Тарелки купил. Сейчас покажу. Хотел магнитик взять. Вот магнитик что-то это. Ну, какие-то никакие. А тарелочка декоративная такая. Еще такая симпатичная. Память останется. Вот такие дела. Ну ничего. Развеялись, пробежались, воздухом подышали. Можно возвращаться. Ужин и спать. Ждать завтра растаможки. Пока еще не совсем стемнело. Памятник Петру Первому. Пойдем по этой центральной аллее города Азова. Прошвырнемся. Вечер хороший, теплый, не жаркий, ветра нету вообще. Просто вот погода для прогулок изумительнейшая. Поэтому людей столько. А выспаться успеем. Завтра вставать рано не надо, документы нести. Спи себе. Хотя, я сам себя уговариваю. В 6 утра уже буду топтаться, в 7. Самое позднее. Рудольф Лазаревич Самойлович. Кто такой? Городской парк культуры отдыха, 500 метров еще прямо можно пройти. Храм Азовской иконы Божьей Матери. Вокзалы, 1,5 километра. Не, ну вокзал нам не надо. А, во. Красота. Девчонки продают. А я не хочу сидеть, я, блин.